стало известно, что замок Пугачёвой и Галкина продают. Нашелся покупатель, он скинул цену до 650 миллионов рублей и поставил условие, что на подписание договора о купле-продаже, чтобы была сама Алла Пугачёва при сделке. Поэтому все знают, что она приедет где-то 28-го, то бишь сегодня, 28 декабря, но это нигде не будет афишироваться. Владелец не собирается жить в этом доме, он сделает из этого замка аттракцион, превратит его в коммерческую недвижимость. Так что поэтому замок был оживленно, его убирали, чистили кругом, чтобы новый хозяин приехал на подписание договора, и Алла Борисовна Пугачёва будет присутствовать и подписывать документы о купле-продаже. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.